Неоткуда мне снимать, решил вот на старую голубятню залезть. Вот черный негодяй завис. Еще один. Остальные вот. Вот там голуби некоторые. Молодцы. Табун. Опять у меня сейчас кто-нибудь оборвется наверх. Я чувствую, там 5-6 уйдет сейчас наверх. Эти вниз хотят. Так, вот одна стая вот соединяется, а наверху 6 разлетелась. Вот они белые, все белые 6 поднялись, к средней поперли. Как бы не пошли они наверх. Эти вот испугались. Те наверх, эти вниз. Вот оно, орел. Эти начали дикарить. И эти вот побыстрее упасть. Боятся и... Он просто пролетел мимо, никого не трогал, они боятся. Уже не буду этих. И он без охоты летает. Лучше пускай посидят, сядут. Надо вон за теми, за другими посмотреть. Орлы. Орлы опять идут. Голуби не полетят. Вот. Вот они летают. На поля, наверное, полетели. Эти, правда, чуть-чуть наверх. И эти не сядут. А 6 моя. Сейчас покажу. Вот они. Те молодцы, вот. Поднялись и летают, все белые. Вот так удалю, вот так. Фу, блин, это так низом нырнул. Я уже на изменах. Вот этот вот шум, фр, с крыши уже. Он меня доводит. Вот он, орел опять прилетел. Эти дикарят. И нижняя стая никак не сядет. Уже вроде бы хотели сесть. И эти от орла. А одиночкам, одиночкам говорю, 6 той. По барабану. Вот они. Сейчас я попробую их поймать. Что-то не получается сфокусировать. Так. Это. Там еще по отдельности черный летает, еще кто-то летает.
Вот они. Те к средней ушки. Вот я вот так удалю. Те молодцы. Один белый, не знаю, какой-то старается их что ли догнать. Туда прется наверх. И черный. Вот он. Ну тот этот уже вниз. Все, белые там все поразлетелись. Так. Все. Эти сейчас объединятся, две кучи. Надо посмотреть за белыми. Все они разлетелись. Вот эти мне их не испуги. Кровь останавливает. На паузу. Ага, вот он. Тетеревятник прилетел. Вот он что-то пытается там. Кого-то догнать пытается. Вот он. За белым сейчас нырнул. Вот он пытается загнать. Ух ты. Мажу я его. Промазываю. Мимо. Эти сейчас зароятся, упадут. А тетеревятник теперь решил счастье попытать наверху. Вот так удалю. Высоко, гад, пошел. Вот он. Надо за ним следить. Что он пытается. Ух ты. Близко приближаю, и тогда не могу в кадре удержать. Его. Вот он. Крутит, крутит. Он сейчас ждет, кто ошибется. Вот. Может быть, кто-то отвалится. Вот он. Ух ты! Просрал я. А так, вот он. Пошел, 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 пошел. Так, а вот и сапсан. Вот он. Что ты будешь делать? Не берет камера. Не берет. Разогнал он всю кучу там. Вот он. Сейчас, секунду. Так, вот он, сапсан. Ух ты. Не могу поймать. Не могу. Вот он рядом. Так. Вот он, сапсан. Вот он гонит. Ай, прозевал. Так, потерял. Столько голубей, и я теперь не вижу, где сапсан. Вот они, как дикарят. Так, ну, по-любому... А, вот он. По-любому будет сейчас минус. Вот он, сапсан пришел. Этот не упустит шанса. Вот он. Сейчас растеряются голуби тоже. Блин, и кто-то звонит мне. Не вовремя. Не вовремя постоянно. Вот он. Загоняет по кругу, идет. Не могу я его удержать в кадре. Вот это вот нервы мне потрепал. Вот он атакует. Ах ты. Не могу. Тяжело это. Что-то камера не хочет фокусировать. Вообще размыло все. Камера этот поднимается. Так, вот он черного. Эх ты! Смазал. Смазал. Вот он. Ач! Блин, а здесь и тетеревятник. Забрал сначала и уронил. Вот он. А здесь и тетеревятник гоняет. Вот он, чернохвостого, шейку гонит. Шейку хрен тебе. Ты не поймаешь. Вот он. А здесь и тетеревятник. Белого поймал и как-то уронил. Я фокус сделаю на сапсана. Сапсан сверху долбит.
голубей, и этот пришел сюда свою долю отработать. Вот он пошел наверх. Пошел. Да что ты будешь делать? Вон они, два белых. Вот он их сейчас будет атаковать. Вот они, пошли. Пошел. Вот он. Белый куда-то делися. Я теперь не вижу, что кого жрет там сапсан сверху, потому что здесь и теревятник жахает их. Прилетел гад все равно. Видимо, там высоту набрал и занырнул. Так, а эти там зароились. Так, даже не знаю, что, кого показывать. Или тетеревятника показывать. Что-то он пропал, не знаю. Наверное, погнал кого-то. Наверное, погнал. Так, а здесь, ребята, я уже не знаю. Наверное, он все-таки отработал сапсан. Отработал голубя. Не может такого быть. Они вот уже как бы разлетелись. Так, наполовину успокоились. Там космонавты мотаются в разброс еще. Ах, вот он, вот ты урод. Вот он. Ай-яй-яй-яй-яй, прилетел опять сюда. Опять сюда прилетел. Вот он, тетеря. Опять сюда прилетел. Пошел туда, вниз. Сейчас надо за ним постоять. Вот они как падают. О, белый. Раз. Бах. Так, а этот гад. Вот он. Так, сейчас я на паузу. Так, ну вот, стая здесь летает. В космосе летают штук, не знаю сколько, все небо в голубях. Белые, разные, все там летают. Но я почему-то уверен на 100%, что сапсан отработал сверху. Пока я смотрел за тетеревятником, он прям откуда ни возьмись. И белого поймал и уронил прямо надо мной. Наверное, потому что нежданчиком он меня увидел на крыше. Он его как шлепнул. И прямо вот здесь крутился и уронил, в общем, его. Я даже не знаю, я ничего не показал. Вот вам зимний гон. Вон они. Вот они, мои космонавты там мотаются. На такой высоте какого сапсана я поймаю? При большом желании ничего не смогу поймать. Все голуби в разброс. Вот когда там 50 или сколько-то мотаются. Вот они как дикари носятся. Я не знаю. Я ничего не вижу, но голуби очень быстро наверху летают. Толку там их снимать, это надо только смотреть. О, белый откуда-то приперся, взлетел. Так, надо пойти открыть, наверное. Сейчас дождусь этих. Сейчас сядут. О, еще кто-то сыграть решил. Вот черныш. Черныш завис. Вот еще. Черныши бьют. Все равно. Поперебздюхали все. Вот теперь и не знаешь, когда их поднимать. Еще говорят, что сапсан не берет. Еще как он. 100% отработал. 99. Не мог он уйти без голубя. Не мог. И еще неизвестно, сколько уже растерялось. В прошлый раз вот так он разогнал. 4 прилетели уже практически в сумерки были. Где-то 4:30 вечера прилетели. Вот он пришел. Вот он что делает. Вот он. Так. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, какой он этот. Трудяга. Опять прилетел. Пошел в сторону. Вот он, гад,
ждет. И сейчас мерзавец, он зайдет со стороны опять. Вот голуби будут на посадку идти. Вот он пошел. Да кто там мне звонит постоянно? Надо без звука включать. Наверное, голубятники наблюдают. Сейчас вот там соседи Славик, Ева, наверное, смотрят. В мире животных у меня передача идет. Вот он, тетеревятник там летит. О, эти бздюхают. О, черный откуда-то взялся, и эти испугались. Ладно, я на паузу. Вот он крутится. Вот я за ним смотрю. Вот за деревом. Вон он там. Вот он набирает высоту и хочет сюда идти. Вот он, гаденыш. Ну, вот он, тетеревятник. Да что ты будешь делать? Он на дерево фокусирует камера. Ближний объект берет. Вот он. Патрулирует. Наверх ему хрен добраться. Там, кто наверху летает, того только сапсан сожрет. Этот останется голодный. Только если будет гоняться, конечно, понизу. Вот оно. Идет наш орел. Я того все. Так, ладно. Вот они. Вот они падают. Мраморные, рыжие, черные. Вот они, как мессеры. Фу-фу-фу-фу-фу. Вон, сейчас покажу уже вот тех. Если я смогу. Вот они. Вон голуби там. Выше средний. Ой, ну на средний, сейчас на средний. Кто-то и выше мотается. Очень много там голубей наверху. А надо сидеть и смотреть, когда вот он отсюда сейчас выскочит. Орлы. Опять вот они идут. И голуби хрен опустятся. Так и будут мотаться наверху. Вот это стресс им. Вот такой вот очень даже плохо. Ладно, я на паузу. Буду смотреть. Этот негодяй будет высоту набирать и будет все-таки идти. Вот он. Сейчас. Как его сфокусировать? Не знаю, он далеко от меня, и я в очках. Как бы не могу его. Он набирает высоту, тетеря. Да что ты будешь делать? Его надо палить. Он высоту набирает, идет. Вот он знал, он же видит голубей. В разброс он летают. Они там до хрена еще летает. Тридцатник точно летает. А еще сколько поулетало. Вот он, высоту. Высоту все набирает. Высоту. Сейчас попытается еще раз. Попытается. Так, камера. Теряю я фокус. Ладно. Вот белый прется. Так, я на паузу. Ага, вот он пошел. Ух ты, их два. Два тетеревятника белого погнали. Вон, пошел. Вон они, погнали. Два тетеревятника. Все. Ой, ай, да я сюда, мне нельзя на крышу. Я сейчас провалю и во двор сам упаду. Так, один остался наверху, а один погнал. Сейчас покажу. Да что ты. Так, сейчас. Один остался наверху, один загнал белого крышам. Да. Не, далеко, уже далеко. Один наверху. Они начали друг друга цеплять в небе, два тетеревятника. И потом погнали белого туда, и один остался наверху. А второй погнал белого к земле. Так, на паузу. Вот мои космонавты еще летают. И с ними в разброс еще, наверное, штук 10 мотаются по всему поселку. Вот так вот я удалю, чтобы вы имели представление
Они ушли туда, на среднюю высоту, вон что-то дикарят. Дикарят. Вот они. Я их теряю. Не буду я. Уже я, наверное, опять целый фильм снял. Так, ладно. На паузу. Вот черный падает. В общем, голуби как-то собираются. Пойду открою я быстрее голубятню. Вон белого загнал в дерево. Голуби поразлетели. Сейчас трое пролетели, пока я ходил. Вон еще один какой-то завалился на дерево. Таклошонок молодой. Здесь вот на соседской крыше еще один. А, вот он. Вот он. Я смотрю на... Показываю вам херню всякую. А вот он. А этот здесь работает. Вот он. Вот он. Кусок уродца. Вот он. Ах ты. Вот он что вытворяет. Ого. Такие зихиря. Так. Да-да. Аж у меня. Вот он. Вот он. Вот он надо мной. А! Ты посмотри, он совсем ничего не боится. И наплевал он на меня и на этот бабах. Как он хочет жрать. Посмотри. Уже бы ты забрал какого-нибудь индюка, да улетел отсюда. Вот он. Этот белого. Опа. Ага. С красным хвостом. Хрен тебе. Вот оно. Все равно. Ух ты, гад. Все равно он старается. Сейчас точно менты приедут. Такой бабах. Скажет, что я с ружья стреляю. У меня аж уши заложило. Пошел. Куда пошел? Уже далеко. Готовит атаку. Готовит. Опять готовит атаку. И летит же этот негодяй, пикирует прямо на крышу. На крышу пикирует и знает же, что голуби взлетят. Вот я сейчас его брошу снимать, он опять пролетит. Вот эти опять все поразлетелись. Вон, все небо опять в голубях. Кто где? Это же мяско. Мяско, так лошадь жалко. Мяско летает. Тех он хрен он догонит. Те газанули. Вот сейчас вот будет ждать по низам. Я на паузу ставлю. Вот он. Сейчас покажу, если поймаю его. Нет, на паузу так его поймаю. Вот сейчас будет атака. Вот он уже идет. Так. Вот он. Зашел на круг и загоняет он их опять. Какой-то этот умный. У меня уже нету ни ракетниц, ничего. Надо будет завтра ехать в город и покупать. Загоняет он их. Так, пошел. Пошел кто-то, видимо, в сторону отошел. Все, за крышу. Пошел туда. Все, мне не видно. Вот черный. Черный падает как. Все домой. Домой стремятся. Вот он. Хопа. И на литок. На литок. Вот он. Так, пауза. Ага.
Вот он уже надо мной. Вот он атакует, атакует. И опа! Промазал. Не видно, не вижу. Сейчас на паузу. Вот он, вот ты. Ач! Да что ты будешь делать? Посмотри, как он по прямой черного гонит, по прямой гонит. Вот он, вот он, вот он, что делает. Вот он, по прямой его. Вот он, на меня идет. Ай, ты уродец такой. Не догнал, по прямой не догнал, но подрезает его, как футболист. Желание у него очень. Блин, я первый раз такого настырного вижу. Неужели дикаря он не может сожрать? Это вот этот, наверное, который попожрал у меня до этого двоих. Вот он. Опять высоту набирает. Опять он набирает высоту. Я точно... Целый кинофильм сниму. Ладно, я на паузу буду его смотреть. Вот голубей покажу. Вот они на какой высоте. А там еще выше, вот космонавты первые. Это которые он содрал с этого. С крыши разогнал. Вот она стая. Стая ушла. Эти пока на расслабоне летают, пока ниже не опустятся. Он им сейчас даст здесь. Или сапсан туда прилетит. Но он навряд ли он на такую высоту сейчас не пойдет. Он уже заморился, бедный. Как он трудится сегодня. Я столько не работаю. Так, ладно, я на паузу буду ждать. Голуби по всему небу шмурыгают. Сегодня в поселке будут чужаков целая куча. Так, а его я прозевал. Он здесь был, на стороне поднимался. Но надо ждать. Обязательно надо ждать. Вот он, мерзавец. Набирает высоту на стороне. Там два орла летают повыше. И этот негодяй тоже набирает высоту. Там же мясо летает целая куча. Вот оно набирает высоту. Сейчас пойдет. Ждет, когда голуби чуть-чуть приопустятся. Там еще много летает. Лишь бы там так лошад не было. Тяжеловесов он заберет. Вот он, тетеря. Хорошая, хорошая спортивная самка. И очень даже настырная, которая смотрит практически мне в глаза. Я стою на крыше, и наплевала она на меня. Там, я не знаю, вчера смотрел, там сани краску привезли. Я хотел бы посмотреть, буду ждать тоже продолжения ролика. Что там поможет? Какая краска тут поможет? Тут ни свисток, ни краска. Только высота от этого мерзавца. Он все равно идет и набирает, и набирает. Так, ладно, я уже бросаю, наверное, его. Вот он пошел. Эх-то, я и потерял его. Не-не-не, вот он, вот он, вот он. Он уже идет ко мне. Ко мне идет. Нет, уходит опять. Уходит. Тяжело мне, далеко он. Тяжело мне его удерживать в кадре. Было бы зрение еще получше. Но набирает, набирает высоту по стороне. Вот один белокрылый, белокрылый, забивной. Пикирует вниз. Так, вот еще белый. Белый со стороны какой-то несется. Там вон наверху белые. Вот он. Вот он сейчас будет атаковать. Кажется, будет. Нет. Нет. Так. Ладно, я на, наверное, на паузу. Вот он упал там. В общем, погнал какого-то черного. Я прозевал атаку. Но черный упал во двор или куда-то под дерево. Под дерево упал. И тетеревятник туда нырнул за ним. Надо, наверное, сейчас бежать на улицу. Я на паузу. Так, вот он.
Вот оно сейчас из-под крыши вылетит. Нет, не вылетел. Наверное, туда. Голубь упал вот сюда. Куда-то вот в эти деревья. Тетеревятник, кажется. Я его увидел. Он там сороки. Видимо, он зацепил голубь, куда-то упал. Туда. А этот я даже не видел. Но он вылетел, по-моему, пустой. Пустой вылетел. И ушел туда куда-то. Кажется. Он вроде не груженный был. Так, а эти сейчас покажу. Вот они. Мои негодяи. Вот так удалю. Вон черныш несется со стороны. В общем, вот такой настырный. Не знаю, если честно. Ладно, на паузу. Так, уже и сюда залез. С другой улицы посмотреть. Ну, не вижу. Там вот сороки были. Я вот с той стороны дома смотрел. Тетеревятника я здесь в огороде не вижу. Я вон через забор уже поднялся, смотрю. Нету его здесь. Ни голубя не вижу, ни тетери не вижу. Может, конечно, он и забился где-то. Я, если честно, не знаю. Какого-то темного он погнал. И все. Ну, кажется, вот он взлетал без него. Он, если был бы груженный. Хотя не, черт его знает. Он промелькнул то, что взлетал. И все. Ладно, на паузу. Так, голуби вот собираются. Откуда-то с поселка летят голуби. Вот. Желтый летит. Желтый прилетел. Молодежь вся моя. Желтый там белый и черный. Вот он. Он даже не знает, стоит ему садиться, не стоит. Сейчас попробую этих. А эти вот она. Уже стая потихонечку, конечно, не уже скидывает высоту. Вот разбрелись. Вот так удалю. Эти потихоньку идут вниз. Так что придется вам мой фильм смотреть до конца, кому интересно. Вот так удалю. Ну, надо ждать. Надо, в любом случае, надо ждать еще. Пойду туда на крышу, сяду и буду смотреть посадку этих и ждать с поселка голубей. Ну и хищника, конечно. На паузу. Вот к дому подошел, вот мраморный молодой. Одного уже сожрал пескуна, вот он еще один такой. На крыше, говорю, в дереве сидит. Слышу, кто-то еще где-то взлетает. Черт его знает. В общем, сегодня точно не досчитаюсь. Не знаю, скольких. А стая вот она. Так, сейчас попробую показать. Вот они, стая. И вон пониже собираются еще какие-то белые летят. Чуть-чуть ниже стаи с разных сторон голуби собираются. Сапсана я, конечно, не снял, потому что тетеревятник чуть меня с крыши не снес. Вот, ну, я так думаю, сапсан ушел груженный. На 99% я не видел. И, видимо, и не показал атаку. Его очень... Вот даже выше, чем... Вот сейчас удалю. Вот выше, чем на этой высоте. Он на средней высоте их хомячил там. Так, ладно. Нервов уже нету. Он белый, как мессер, пикирует. Падают голуби. Одиночки падают. Эти как бы спокойно летают, а одиночки со сторон прилетают, с разных несутся ближе к дому быстрее. Так, ладно, я на паузу ставлю, пошел, а то на улице не хочу снимать. Так, вот, ребята,
сосед позвал меня, вот где голубь сидит. Тебе что, не надо, что в веранде сидит. Сейчас попробую я его поймать. Так, вот они мои космонавты, падают, падают все. Все, кто может, побыстрее, побыстрее отрываются. Правда, вот еще осталась кучка. Осталось. Эти все торопятся домой. И вот он, так вот, сосед отсюда, с дома, позвал. Вот он во дворе забил. Ну, я его посмотрел, вроде бы он не раненый. Залетел. Ладно, пойду в голубятню его запущу прям. Эти уже... О, кто-то спикировал вниз. Вот. Собираются. На паузу пока. Он даже белый играет. Так, вот. Скидывают голуби потихонечку. О, даже кто-то пытается все-таки. Белый. Пытается поиграть, расслабляются. О, сизы. Сизы. А нет, это белястая моя, по-моему, голубка. Или сизы. Вот он. Вот он, белый. Вот. Начинает. Начинает потихонечку играть. Ну тут какая игра, тут быстрее голубятню. О, черныш. Вот. Жах, жах. Давай уже, ребята, садитесь. Жаль, что я не пью, а то бы я уже бы сегодня бы выпил. Нервы он мне попортил. О, белый, о, белый аж зашибает. Вот они мои, мои чемпионы. Кто остался, как был фильм, «Остаться в живых». Наверное, надо так и назвать ролик. «Остаться в живых». Вот они. Налетались. И не факт то, что... О, голубь. Нет, это голубь. Крылья как держит. Хорошо налетались. Теперь надо ждать остальных. Остальных надо обязательно ждать. Еще многие поразлетелись, а если вон они вон по соседям, по дворам сидят. Он их поразогнал. В закрытом дворе сидят. В прошлый раз рваного, ну, порвал, он вообще в дом к людям залетел. Весь дом в крови испачкал. Очень сильно порвал тетеря его. Или сапсан. Нет, в прошлый раз сапсан был. Шоркнул он его. Вот. Там вон в дереве он так и сидит. Он не думает, стоит ему лететь, не лететь. Голуби просто в афиге. Ладно, я на паузу, не прощаюсь еще, буду смотреть. Вон кто-то сверху, ну не буду ловить, там черныш один летит, и еще кто-то был мимо прошел. Вот он падает. Ты, блин, вот он, один куда-то мимо умотал. Вот он один, ну как дикарь, вот он. Где он был, черт его знает. Или он с космоса летит. Или он со стороны откуда-то. Они вон поразлетелись. Это 100% сегодня. Я так думаю, минус 2. Тетеря, наверное, все-таки отработал. Может быть, и разбился голубь. Одного он жахнул так, что голубь стукнулся. Вот. Опять же, та крыша, вот этот вот конек. Он ударился и об сам конек крыши и упал, видимо, покатился туда голубь. Голубь ударился прямо об этот и покатился туда. Он не полетел ничего, и тетеря выскочил. Не знаю, насколько я это
смог снять и вообще что я снял. Надо сидеть и дома на компьютере смотреть. Это очень, очень сложно вот это. Это такие кадры получаются. Не всегда получаются удачные. Большие скоростя, и когда камеру быстро гоняешь, она не фокусирует, не может на объекте. Или надо постоянно его удерживать в кадре. Ну и при большом зумировании это очень тяжело. Плюс еще я же говорю вот со своими слепыми глазами в очках. Ну я старался как мог, так и показать. Ну, черныш сейчас упадет, я думаю, летит вниз. Ладно, на паузу. А, вот он белый выскочил. Пол хвоста у него нету. Вот он белый. Этот, который с дерева, он выскочил сейчас. Нету пол хвоста у него. Вот он. Видимо, он ему дал под хвостик. Вот черный падает. Это с белым перышком голубка. Белым перышком. Кто-то еще где-то хлопает. Кто-то взлетел где-то. А, вот он, мраморный. Это не молодой, значит, я сбрехал. Я думал, это молодой. Нет. Молодой ничего еще не умеет. Это бьет, гад. Видимо, со страху в дерево влетел. Это, видимо, который вот этот был без хвоста, хвост отрос. Он летает, он не убивается. Вот. В общем, как-то так, ребята. А вот еще кто-то летит. Вот еще. Шейка, по-моему, летит. Прилетел. Этот уже не с высоты, а со стороны пришел. Со стороны. Вот такой вот зимний гон. Смотрю, люди вот режут голубей, ухаживают за ними, смотрят, а потом хотят гоняют, хотят не гоняют. И всю жизнь держат резаных. А я вроде бы найду хороших голубей. Они себя показали, а мне не имется их поднять. Неохота смотреть на дровоханов. А потом теряю. А, это шейка. Попёрся он опять. Дурак. Начинай подниматься. Он дикарит. Ладно, я подожду. Вот он, шейка. Никак не зарулит. Вот упал. Опять кто-то звонит. Ладно, на паузу поставлю. Вот он жахает. Молодец. Так, вот еще перка. Откуда-то взялся, никак не сядет. Шейка сел. Теперь остался перка. И по поводу вот звонков, пока я снимал видео, я как и думал, всегда мне, вот он жахает, всегда мне звонит Славик, голубятник, который живет вот, ну как показать вам, вот за этой крышей там Аслан живет, а вот где вот этот шпиль, туда вот подальше на углу живет Славик. И вот он тоже голубятник. Он сидел и наблюдал, как сапсан жрет. Вот только что вот мне опять позвонил. В общем, только что забрал черного. Черного сапсан сверху согнал, забрал. И первый раз, когда он звонил, моих космонавтов в толпе. В общем, как сказал Славик, 100% забрал, говорит, белого, но там, говорит, был еще один. Вот твои, говорит, голуби разлетелись, а потом я, говорит, смотрел, когда очень высоко, говорит, он их там. В общем, я так думаю, сегодня очень хорошая продуктивная охота была у наших хищников. Мне вообще, наверное, не стоило их и выпускать. Вот он прилетел.
саперка этот. Рот раскрыл, как он крылья держит. Налетался. Вот оно. Как его не сожрал. Вот как крылья держит. Голуби просто в офиге. В общем, по словам Славика, двоих 100%. Вот первый сапсан, когда тетеревятник здесь гонял, бил сапсан, забрал белого, потом еще он там кто-то гонял. И вот сейчас, вот буквально вот при вот этой, уже в конце этой съемки, вот сейчас Славик позвонил опять, я отключал телефон, камеру отключал. Он сказал, что забрал, говорит, черного. Сверху, говорит, гнал, забрал. Мои, говорит, голуби я стою, кормлю. И забрал черного. В общем, на сегодняшний момент это 100% минус 2. Плюс тетеревятник, который туда загнал, не знаю. Он выжил, голубь нет. Вот здесь я об эту крышу. Опять там не живут, это заброшенный дом. Я не знаю, кто-то там за ним присматривает. Голубь, наверное, разбился вот об конек крыши и туда упал. Не знаю, буду ждать до вечера. В прошлый раз, после вот этих выходок тетеревятника, еще, я же говорю, уже ночью почти что темнело, еще четверо откуда-то взялись. Вот. В общем, на этом я уже, наверное, буду заканчивать свой кинофильм. Вот он, Ёрка, быстрее домой. Давай. Сейчас постараюсь я их сманить в голубятню. Больше я никого не вижу. Ни голубое небо, ничего, ни одного голубя не вижу. Ну, надеюсь, что еще кто-то прилетит. В любом случае... А, вон вижу одного голубя. Я его не поймаю. Сейчас я попробую показать. Белый опускается. Ах ты. Нет, я сейчас на паузу попробую его поймать. И... вам показать, если я смогу. Сейчас на паузу. Нет, ребята, у меня не получается. У меня уже и в глазах мерещится. Один голубь очень высоко. Он практически в точке мелькает. Я не могу его поймать. Я дождусь, вот когда он ниже опустится, я постараюсь обязательно показать. Мне кажется, что там еще кто-то. Или у меня уже мерещится в глазах. Кажется, что еще кто-то еще выше летает. Будем ждать. Вот еще один. Видимо, где-то завалился. Не летал. Еще один подходит, черныш. Вот он. Как он его не сожрал. Это голубка с двумя зелеными кольцами. Вот она, два зеленых кольца. Ее тоже рано или поздно сожрет, или же крыло ее брать. Очень хорошо она бьет. Так, а белый где-то и носится, я его потерял, если честно. Сейчас буду ждать. Так, время уже, ребята, первый час, 12:21. В общем, сейчас вот так покажу. Вот остались, а вот четверо сидят, отдыхают на голубятне. Больше ни один голубь не выходит. И вот как это можно расценивать? Голуби всегда гуляют по огороду. Сейчас вот уже я стою. На протяжении полчаса белый так и мотается на высоте. Эти ни один не выходит. Они и хотят, рады выйти, наверное, на улицу, но они почему-то не выходят. Двери открыты, открыт литок, но голуби из голубятни не выходят. Вот такая вот ситуация. И я так думаю, что это можно назвать стресс для голубей.
они, конечно, вон тепло на улице, они вон паруются, этот с ума потихоньку сходят, но ни одна зараза даже выйти не хочет. Сейчас пойду им вот кусочек хлеба, у меня вот еще с работы остался, вот кофе свое допиваю. Вот температура у нас целых 6 градусов тепла, солнышко. Вот сейчас пойду покрошу им хлеб и прикрою двери. Вот моя братва вся, банда. Они что-то и в голубятню все забегают, боятся. Хотя на хлеб набрасываются, вот они сидят сверху смотрят, а особо спуститься желания нету. Поэтому я думаю, сегодня самый убыточный день. Голубей я погнал, как и говорил, я буду гонять таклу отдельно. Вот погнал таклу, погонял. Ну и не знаю, может быть, что-то прозевал, не прозевал. Но в общем, один белый вот такой вот персичонок. Вот такой, было 3, один пропал. Была атака сапсана, но он не забрал, он ушел. Я не знаю, как я там снял, не снял. Он ушел пустой. Может быть, он потом вернулся или как. Ну, в общем, один белый пропал. Вот они, бедолаги мои. Хлеб они любят. Я им не часто даю, но так. То, что с работы сам не даем, не выкидывать же его, приношу и кормлю голубей. Еще не кормил, эти вон еще сидят. Двери сейчас прикрою и буду ждать остатки, то, что сегодня еще прилетит. Так, ну вот еще один черныш тоже прилетел. Опустился с космоса, летал с белым этим, но чуть-чуть пониже, и он резко скинул, и уже вот мотается, он никак не сядет. Голубей я уже всех закрыл, все закрыто, этот так и носится, уже надо мне уезжать. Ну, вот не знаю, как быть. Вот там еще смотрю, кто-то там сидел. Не знаю, вот на той крыше что-то не видно. Там то ли таклашонок сидел, то ли кто-то, уже нету. Уже куда-то срулил вот на той крыше. А может быть, и не такла был. Не знаю. В общем, буду ждать. В смысле, уже ждать я, наверное, уже и не буду. Надо мне уже уехать, уже и время как бы поджимает. Этот вот сдур, он и не садится, он летает, он круг знает, а сесть не может. А белый там то орлы, то еще что-то, тетеревятник опять летал, куда-то улетел, но он был намного ниже, чем белый. В общем, умотал. Я уже и, если честно, и замерз сидеть на улице. Вот сижу на крыше, вот на верхней голубятне. Здесь как бы немножко получше обзор. Вот насыпал этим жрать. И сижу, смотрю, кто же еще прилетит. Вон появился белый. Но я его хоть убей, я его уже и на паузе ловлю. Я могу сказать, вот он в точке летает, вот на солнышке его чуть-чуть видать, вот, и все. И не могу, один единственный. Вот этот черный тоже там рядом с ним летал, вот он никак не сядет. Вот. А этот не может высоту скинуть, он вроде бы вот, и кажется, что он там кувыркается.
не играет, а кувыркается. И все. В общем, надо уехать мне сейчас домой. Там по делам. Надо съездить. И потом приеду, если получится. Уже и камера садится. Я ее особо не заряжал. Вот он уже идет на посадку. Вот скидывает. Не заряжал. Поэтому надо и камеру уже. Поеду домой, поставлю на зарядку и посмотрю то, что там еще и получилось. Надо ролик этот посмотреть. Все. Черныш приземлился. Даже не знаю какой. С кольцами, без колец. По-моему. Какой-то без колец. Голубка. Надо попробовать запустить, чтобы других не выпустить на улицу. Вот она, паузу. В принципе, что, уже на паузу ставить не буду. Вот такой сегодня гон, ребята, получился. Покажу еще попозже, может, на телефон досниму, уже камеру оставлю дома. Попозже сюда приеду к вечеру кормить. Если кто-то прилетит, сейчас постараюсь эту запустить. Вот. А белого ждать без толку. Он и не думает опускаться. Он то пропадет, то появится. Время уже, наверное, ближе к часу дня. Сейчас, секунду, я время покажу вам. Вот, ровно 13:00. Поэтому уже ждать. А погнал я их ровно в 9 часов. Так, лошад погонял я где-то 8:30. Вот. Было, фу, ну атака была одна, сапсан, ну, если честно, я же говорю, я не видел, забрал, не забрал, белый пропал, персючонок. Вот так вот. Ладно, на этом буду заканчивать. Спасибо, кто досмотрел до конца. Всем удачи, ребята, всем пока. Ну и я даже не знаю, что сказать. Гонять голубей зимой, не гонять. Вот, судя по сегодняшнему дню, я вообще бы их не выпустил. Ну, если я и выдержу там неделю, и того не выдержу. Вот такие вот дела. Пойду запускать этого черныша. Всем пока. Только спустился. Вот моя такла еще. Седая летит, вот она, с подперенным хвостом. Не может никак сесть. Как дикарь. И голубей нету. Вот так вот. Я не могу сказать, конечно, что у меня космонавты, все эта голубка поднималась, да, она с бакинцами поднимается. О, выстрел, жах. Уже складывалась бы ей быстрее. Это ее надо обязательно запустить. О, вот еще кто-то летит. Это, видимо, потеряшки. О, кто-то приехал, по-моему. Вот он. Мне вот молодой так лошонок прилетел, молодец. И голубь этот гаденыш гоняет. А смотри на него, космонавт. Вот так вот уже и попрощался. Вот она никак не сяет. Вот это такие резкие движения, та-та-тах, и опять в лед. Уже надо обязательно сейчас этих надо обязательно закрыть. Того белого космонавта я и не дождусь уже. Он и не думает опускаться. То ли с перепугу, то ли я не знаю, что ему. Наверное, этот с синим хвостом. Он может еще до вечера летать. Он какой-то придурочный. О! Сыграла. Да, села бы уже. А? Ладно, на паузу. И так уже. Кино и немцы, вон.
Так лошонок уже на землю. На землю. О, складывается. Ну, ну что ты будешь делать? Во-во-во-во-во-во. Молодец. Все, вот она моя седая. Вот так логолубочка прилетела с подперенным хвостом. Вот он, жених, танцует рядом. Ему и сокол нипочем. Выжил гад. Но сегодня минус. И очень, очень много минус. Ладно, на этом буду заканчивать. Белого не знаю. Потом приеду, покажу, кто еще сюда прилетит. Есть, конечно, потеряшки, которые разлетелись по поселку, а есть космонавты, которые удрали в голубом небе и исчезли, пропадали. Вот такие вот дела. Ладно, буду запускать. Всем удачи, ребята, всем пока, и чтобы потерь у вас не было. Нету возможности, значит, не гоняйте.